Когда вы задумываетесь о фильмах с супергероями, то наверняка вы задумываетесь о таких персонажах, как Росомаха, Капитан Америка и Железный Человек. Но на самом деле в комиксах и фильмах очень много женских персонажей, которые играют важную роль. В этом видео я покажу вам 10 горячих девушек-супергероев. Будет интересно. Поехали! Друзья, рекомендую вам сайт hdresco.me. Там вы можете смотреть фильмы и сериалы онлайн в HD-качестве. И самое главное, абсолютно бесплатно. Сам люблю сериальчики посмотреть. Рекомендую, ссылочка в описании. Джессика Альба. Давайте будем честными, ведь в серии фильмов «Фантастическая четверка» был для Джессики самым сильным показателем. На самом деле, ставя Джессику Альбу на роль Сью Шторм, режиссер Тим Стори знал, что не прогадает. И ведь так и вышло. Джессика, как 35-летняя актриса, до сих пор держала людей, прикованных к экрану. Как ни странно, несмотря на то, что она играла невидимую женщину, в момент, когда она появлялась, мы вдруг вспоминали, какая же она горячая. Ребекка Ромейн. Если мы видим актрису, которая является моделью таких брендов, как Victoria's Secret, Giorgio Armani, мы уверены, что она входит в любой топ горячих девушек. Благодаря самоиронии, Ребекка согласилась на роль Мистик в фильме «Люди X». Узнать в этом пугающем существе белокурую красавицу Ребекку просто невозможно. Ребекка очень серьезно подошла к роли Мистик, ведь ей предстояло играть в почти обнаженном виде. 43-летней Джессики каждый день по несколько часов наносили грим на обнаженное тело. Она также начала упорно заниматься фитнесом. Но согласитесь, эта нелегкая работа дала свои плоды, ведь в итоге мы имеем одну из самых сексуальных героинь фильмов про супергероев. Эмма Стоун. Благодаря фильмам «Суперперцы» и «Добро пожаловать в Зомбиленд», Эмма Стоун быстро стала одной из самых популярных девушек Голливуда. В то же время она начала активную карьеру в таких брендах, как FHM, Victoria's Secret и People. 27-летняя Эмма зарекомендовала себя как одну из самых горячих девушек Голливуда. Когда ее утвердили в роли Гвен Стейси в фильме «Новый Человек-паук», фанаты были очень счастливы. И действительно, Эмма вжилась в роль Стейси как нельзя лучше. И ей удалось растрогать зрителей одним лишь взглядом. Эва Мендес. Вспомните 2007 год и фильм «Призрачный гонщик». Если не смотрели, то посмотрите. Критика и обзоры были неоднозначными на фильм с участием Николаса Кейджа. Тем не менее, Ева Мендес сыграла роль очень красивой Роксаны Симпсон. Фактически, она вывезла фильм на своей красоте. Зрители очень полюбили ту самую Роксану из «Призрачного гонщика». Она по праву занимает место в этом топе. Холли Берри. Без Холли Берри это видео обречено на провал. Сказать, что Холли горячая, значит преуменьшить. Помимо того, что бывшая модель была девушкой Бонда, женщиной-кошкой, фантазии людей сбываются благодаря ее роли в серии фильмов «Люди X». Холли Берри является одной из самых влиятельных звезд Голливуда, которая также обладает Оскаром. Эта сильная и сексуальная персона переносится на большой экран. Ее персонаж Шторм управляет молниями и умеет летать. Фамке Янсен. 52-летняя голландская актриса – самая старая марвеловская актриса, которая присутствует в этом списке. Но это никоим образом не уменьшает ее супер горячее тело. С 2000 по 2014 год Фамке Янсен играла роль доктора Джин Грей, одного из наиболее мощных рентгеновских персонажей Люди X, а также Феникса. Сама актриса часто находит себя в списке самых сексуальных актеров. Натали Портман. Она начала свой творческий путь с далекого 94 года в фильме «Леон», и с тех пор она прошла долгий путь. Конечно, мы говорим о Натали Портман. Израильская прирожденная актриса принимала участие в съемках некоторых довольно больших фильмов на протяжении многих лет, и нет необходимости объяснять, что она действительно горячая. «Звездные войны», «Тор» и продолжение «Темный мир» – все это Натали Портман. Джейми Александр. Джейми Александр исполнила роль Сив в фильме «Тор». Сив появилась в обоих частях как близкий друг главного героя. По мнению общественности, Сив как персонаж вселенной Марвел считается одной из самых сексуальных героев. 32-летняя актриса, как сообщается, была рассмотрена на роль Чудо-женщина, но, к сожалению, эту роль не утвердили. Но мы и так счастливы видеть ее в фильмах «Тор». Дженнифер Лоуренс. Нет никаких сомнений, что Дженнифер Лоуренс является одним из самых больших имен в Голливуде.
На самом деле, перед тем, как она набрала дикую популярность в таких фильмах, как «Голодные игры» и «Мой парень псих», 25-летняя Дженнифер уже зарекомендовала себя в Marvel, играя Мистик из «Людей Икс». До этого роль Мистик играла Ребекка Ромейн, но это не значит, что Лоуренс сыграла ее хуже. Совсем нет, очень даже сексуальная. Скарлетт Йоханссон. Роль Наташи Романовой далась Скарлетт не так просто. В конце концов, «Черная вдова» является высококвалифицированным секретным агентом, который может надрать любую задницу и быть суперсекси одновременно. К счастью, продюсеры подписали со Скарлетт Йоханссон контракт. 31-летняя американская актриса, безусловно, горячая. А если вы не верите, спросите у людей постарше, которые листали журналы Esquire и Playboy. Ставь лайк, если любишь фильмы про супергероев. Подпишись на новые и крутые видео. Кнопочка на экране и внизу. До встречи!